Всем привет, друзья! Привет из Бахчисарая. Мое путешествие продолжается. Я из Феодосии приехала в Бахчисарай. Я нахожусь в старом городе, и за моей спиной находится знаменитый дворец ханский. Сейчас мы собираемся идти на экскурсию. Вот, покажу вам такой внешний вид. Это единственный дворец, который в Крыму сохранился в натуральном виде, скажем так. Через 5 минут у нас будет экскурсия. Ну а пока посмотрим, что тут. 10 лет назад мы с семьей приезжали, отдыхали здесь и гуляли по этому дворцу. Какая-то часть дворца сейчас на реставрации. Нам обязательно покажут все, что открыто. Наша экскурсия начинается. Всем привет, друзья! Привет из Бахчисарая. Я в Крыму, в ханском дворце. Я уже посмотрела Керчь, Феодосию. Это третий город. И знакомиться я начинаю с Бахчисарая, со знаменитого ханского дворца. О, боже, какая красота! Обалдеть! Которые затем так поэтично превратились в слезы, а следом и целая череда легенд, где тесно слилась уже и были вынесены легенды о Кунгирай Хане. Но это, как вы понимаете, лично историческое, а далее легенда говорит о том, что влюбился он в юную наложницу своего гарема, но девушка Кунгирай временно покинула, оставив Кунгирай Хана наедине с болью утраты.
и не в силах с этим справиться, он призвал к себе рязкого мастера, Умера, прося создать фонтан, который бы отобразил всю скорбь, всю сердце его будет, чтобы камень плакал. Но для Сочина задача была непроста. По канонам для исповедания нельзя изображать ничего заговоренного, и тогда мастер прибегает к языку символа. Капли за каплей в духу из лепесткового лотоса, как из глаза, скупая мужская слеза, каплет в чашу сердца. И когда она... А это гарем. Территория была несколько гектар земли всего этого дворца, но осталось всего 4 гектара. Посмотрите, какие высоченные стены плюшем обвиты. А вот эта башня, которая реставрируется рядышком. Сохранилось здесь 3 комнаты, 1 беседка. И на террасе привлекают внимание вот резные ажурные решетки. Называются они кафесы. Кафесами прикрывали балконы, которые выходили на улицу. Девушка, выйдя на зарешоченный балкон, не сама могла не закрывать. Понятно, да, это значение? Это не шкафчики, это балконные решетки. Но сразу скажу, в горении кафесы не использовались никогда. В любом горении какой не возьмите. Балкона, выходящего на улицу, быть не может. Здесь кафесы показаны, во-первых, это интересный музейный экспонат, поздний 18-19 век, собраны они без единого гвоздя, это древесина грецкого ореха. Кроме того, подобные решетки прототип наших современных жалюзи. В условиях жаркого климата дают день прохладу. И вот именно с этой целью вы увидите решетки на окнах, это всего лишь защита от солнца. Ну а в самой комнате воссоздан вы богатого дома крымско-татарской семьи 18-19 веков. И вот как же не строили наивные покои, так же остался вопрос без ответа. Проводились правящие банки, 20 лет, как и сейчас, по Болгарскому, по Азбежке, и результат занимали места на другом уровне. А на юристе, следующий план, наконец, называется СЭД. То есть здесь размещались слуги, начальники, разрадные, детства, вот именно они у вас составляли. Они же власть ханов и ограничивали. Особенно, что управление крымского ханства было то, что не было абсолютно управления, потому что он не так, что он был идеей. Ну а запах находится с вами датирован еще в 16-м столетии. Он находится в начальный год с гостью торгового комплекса. Более поздний период будут, конечно, также проводить многочисленные обустройки, и много новых стильных с вами, новые условия сохранили, и рост, который здесь есть с вами, их выполнили уже российские мастера после 15 века, в начале 19 века. Но если посмотрим, на вершину будет серая, в рамках наградного ресторатора, сделанного 17 века, и смотреть еще классные обувь, с вами здесь пока. Вот эта башня, про которую я вам говорила. Вот она в натуральном виде. Вот она сейчас на реставрации. Так, ну, тут уже вот в образ девочки одеваются, скоро будут просить за фотографию денег. Вот эта башня, которая сейчас реставрируется. Вот с левой стороны я прошла указатели. Ну, вот ханское кладбище нам не показали. Большая мечеть вот там еще рядышком есть. Сейчас посмотрим. На ремонте все. Это мечеть одна из главных. Хранение.
инвестиционный период, то есть в декабре 2022 года основные объекты должны быть сданы. На сегодняшний день второй этаж ремонтируют уже больше 30 лет. Экскурсовод сказала, что вот весь второй этаж будет работать. Где-то в декабре 22 года сдадут. Вот здесь с правой стороны, где ведутся работы реставрационные, реставрация идет. Вот смотрите, есть картины изначально, в каком виде были. Мечеть, конюшня, гарем. Ну вот, про эту усыпальню я уже показывала, рассказывала. Они закрыты на сегодняшний день. Ведутся работы строительные. Ну вот можно прочитать, что это. Паспорт объекта написано. Это усыпальня. И вот можно тут посмотреть. Сейчас ближе пройду. Вот видите? Для этого она была абсолютно пуста. Посыпана песком, здесь военный флаг.